а мы направляемся в сказочный дом на озере в Карелии. То, что надо. Дизель я с собой брать не буду, но на всякий случай наполню бак. Традиционный. Вот так она замерзает, хотя на улице минус 20. Но... Начинаем этот выпуск. Спасибо большое за реакции. Телек посмотришь. На связи Денис из Нижнего Новгорода. Кстати, мой подписчик, и сейчас пообщались по поводу франшизы. Денис, как впечатление вообще о моем рассказе? Впечатление хорошее, то есть произвели все понятно, доступно, все классно, супер. Да. Денису выдаю задание прочитать пару книг. Встретимся через какое-то время, уже обсудим, посмотрим, что будет происходить с мышлением, ну и дальше постепенно будем двигаться. Вот так проходят наши рабочие будни на буханочке с коммерческим директором компании Green Foods. Едем на встречу на самом деле, и буханочка сейчас очень подходит под этот стиль, потому что наши основные клиенты — это фермеры, далее. И обычно мы оттуда возвращаемся с подарками, мешок картошки, 5 литров молока, и все это как-то надо вести, поэтому буханочка. Будемся в секретном бункере. То, что происходило в секретном бункере, показывать нельзя, но я с удовольствием вам расскажу при личной встрече в Skype. А вот суперудобный способ заправки буханочки. Я сижу в тепле и смотрю, как она заправляется. Все, у меня встреча закончилась, все круто. У нас сегодня такое предупреждение, типа метель, ветер и так далее. На ЗСД, на платной объездной, скорость ограничена 60. Еду на полном приводе, вот сейчас третья включена. Конечно, можете назвать меня сумасшедшим, как это иногда делает Оксана, когда я приезжаю в любую погоду, блин, уже холод такой. А я все равно помыл, она вся в соли была. И ставлю в сухой гаражик. Все, она замерзла моментально. Супер. Пусть греется. У себя великолепно. Перед сном попарится то, что надо. Вот, смотрите, какие кругляшки. Вообще нереальные дрова. Да, в этом году я не успел. И, в общем, мне лень было с этой стройкой там разбирать эту машину дров. В общем, заказал. И мне даже страшно их туда засовывать. Вы посмотрите, какие... цилиндрики, просто красота, да? Доброе утро, буханочные любители! Около 7 часов утра я встал в 3:35, там и повалялся, туда-сюда, по дому что-то поделал. А мы направляемся в сказочный дом на озере в Карелии. Это 500 километров от нашего дома. Снежная дорога, сегодня минус 20, будет увлекательное путешествие, этот дом принадлежит нашим друзьям, сами они живут на острове Бали, и вот несколько лет назад приобрели участок и построили абсолютно нереальный дом, стеклянный, с видом потрясающим, и мы едем, я не хочу упустить такую возможность, чтобы посмотреть, как же они смогли построить такое чудо и вообще показать вам это все, ну и с ними пообщаться, потому что давно не виделись. Последний раз в 2018 году. Дизель я с собой брать не буду, но на всякий случай наполню бак автономки. Дорога длинная, зима. Обязательно одеваю шубку на буханочку. Минимум сколов, максимум тепла. Ребята, спасибо, что вот подсказываете про влажность, про вот эти все дела в гараже. Я вчера проветривал хорошо, вот окна все открывал и там открывал. И я прям в восторге. Вы знаете, вот смотришь на все, вот оно все такое сухое, чистое. Блин, так приятно. Нереально. Буханочка сохранится у нас вообще четко. Оцинкованный или алюминиевый, хрен знает. И алюминий там внизу. Ну вот я придумал таким способом сделать. Бостик сначала здесь поедет. Потом, если у Оксаны спина заболит, она ляжет. Бостик ляжет вниз. Думаю, все в порядке будет. В общем, двойную не стали делать.
Свет. Какая свет? Я Оксана. Ну что, ребята, соскучились по моему проектору на стекло. Вообще красота, да? Смотрите, вопросы не задавайте, чего и как это называется. Автомобильный проектор на лобовое стекло. И найти его можно на Озоне. Их там полным-полно. Выберите, какой вам нравится, и заказывайте. Стоит 3 копейки. Традиционное видео с заправки. Опять Лукойл. Заправляю я 95-й. Мне нравится. Буханочка едет хорошо. Я допустил ошибку и разбавил водой омывайку. Блин, у меня теперь лобовуха замерзает конкретно. Вот так она замерзает, хотя на улице минус 20, ну может минус 22. Поэтому я беру концентрированный минус 40, заливаю в бачок, и жизнь прекрасна. Ну вот, другое дело. Ребята, с дорогой повезло. Чистая, я думал, все заледенелое будет. Мороз крепчает, минус 22. И я рад вообще, смотрите, еду по асфальту на заднем приводе, 97. А мы все едем, 133 км осталось. Вот так у нас Бостик тут спит, лежит. Приоткрыл ему окно, и стало хорошо, кстати. И у нас наледь прошла, и влаги нету. Ну, в общем, одни плюсы, и Бостику комфортно. А для новых подписчиков, ребята, я очень люблю Буханочку, и эта машина для души. Поэтому каждый раз, когда я показываю, что вот здесь у меня внутри, это просто для меня очень красиво выглядит, и я кайфую. Остановочка. Заправиться, пописить. Долил 10 литров из синей канистры. Нам хватит. 60 км до Петрозаводска, там заправлюсь. Все, едем и едем. 76 км осталось. Хорошо держит резина. Без всяких я выкрутасов, спокойненько. Газ сбрасываю, если надо. Тормозом не пользуюсь. Мы подъезжаем к Царевичи. И дорога стала такая извилистая и явно скользкая. Поэтому я включил передний мост. Едем аккуратно, 55 километров в час. Нам осталось чуть-чуть. Максимально безопасно двигаюсь. Oxygen спит, Бостик спит, я рулю. Дорога сделана из снега и льда. Очень хорошо. Мне нравится. Мы так едем, прикольно. Изображение похоже, как будто Люк Скайуокер летит над болотами Йоды. Мы в нужном населенном пункте, и это просто невероятно. Как будто мы в какой-то забытой деревне на Аляске. Такие продукты стоят, машины замерзшие, блестят. Удивительно. Вот он, сказочный дом. Вау. Вот это да! Вот это домик! Ребята, класс! Создали! Здорово, чуваки! Мы добрались! Как дедушка Мороз вообще! Вау, Бостик! У тебя каминчик есть тоже! Красота! Да. Ребята очень творческие, и вот такие все мелочи, все ручки, все вот эти вешалочки, это все привезено с острова Бали. И самое главное, что ребята этот дом строили самостоятельно. Смотрите, в какую комнату нас поселили ребята. Скошенный потолок и вот такой вид, просто стекло. Вот такие вот мелочи. Да, просто вот так взяли, вырезали.
Можно было? Как глаз можно было? Мы же делали, этого не было балкона, мы просто вырезали, прикинь. Просто в крыше, понимаешь? Да, я помню, это заморачивались. Да, и все. Это первая комната. Немного. Ты же вначале красишь стену, потом красишь эти палочки. Я, кстати, в этот раз не лежал, по-моему. Как катамаран. Люди, которые с высоты боятся, просто здесь обделаться. Я боюсь. Босик, тебе нравится, когда тебя чешут. Ну, а сильно его не чеши, а то волосы будут падать. Лучше, даже если... Это мастер спальня. Смотри, какой кайф. Смотри, делаешь вот так вот люстру. Вот так вот. И еще включаешь ванну и подсветку. Лежишь и смотришь на озеро. Да. Сейчас, знаешь, какие? Окна, туалет для заседаний. Да, еще Алису поставить, короче, нужно подарить. Отдельная история. Ребята создали Бали. В Карелии. Ну, это типа технические штучки всякие. Самое главное, мы отсюда откроем. Смотри. Мы раз такие, и это уже в сауну у нас. Во, выдают. Сразу вход в сауну. Да. Просто класс. Давай, там тебе поярче сделаем. Угу. Там шик. И выход на улицу, чтобы в снежок. Ух ты, подожди-ка. Хоп! И все, я побежал. Это я сегодня... А, и опять из сауны выход сюда. Да. Прикольно. Раз дверь и два двери. Да, там она закрывается, получается, и там такая. Еще одна комната, офигеть. Ну, она тут еще, наверное... Ну, это может быть даже как библиотеку можно потом замутить. Кабинет. Кабинет. Большим, да. Ну да, типа переговорка. А руки здесь маленькие. Это особая вообще прелесть. Да, да. О, это 13. То есть они сидят... Ну, и болтайте, я на это так смотрела. Ребята, вы зацените, какой вечер. Просто. И вот он снег, вот он. Просто шик. Босик, ты первый шаг, чтобы были бахзаров. Да, мы хотели гектар отцепить. А я и хочу, я сейчас поеду. А, поедем, давайте. И вот эта вот книга, я его поддерживала. Ты знаешь, сколько этому сервизу лет? 40 лет этому сервизу, прикинь. Фарфор, Сережа. Самый настоящий. Вот этими, которые... Вот она, Побежала. Моя хорошая. Нет. Угу. Бостик, иди к нам, сыночек. Ты мой комбочка, любимая. Доброе утро. Я спускаюсь со своим фонариком. Обычно и бывает, когда я в гостях, просыпаюсь первый, готовлю себе завтрак, десертик. Я вчера отказался вечером от десерта ради утреннего десерта. Сыр я уж нарезал, потрясающие окна, это уже уличное освещение такое. Конечно, я потрясен этим домом. Погости, идем. Каждая встреча с буханочкой — это прямо радость. Я не знаю, почему она на меня так влияет. Но вот доставать вещи, вот копошиться в ней — это просто наслаждение какое-то. Мы их покупали 3 года назад, и это уже сколько они стоили, это уже, знаешь, какая-то реликвия, мне кажется. Ну, реликвия не реликвия, а очень интересно. Их никто ставить не хотел. Здесь же нет такого паука, присосок, мы их поднимали еще. Mm-hmm. Одна вот эта нам тогда считали, мы хотели сделать в спа-центре вот такие окна раздвижные, там типа огромные. Нам посчитали 600 тысяч, 3 вот таких, ну чуть меньше вот так. А Саня говорит, вот это 170, например. Ну это меняет дело вообще. Ну чего, сколько, да черт, не знаю, сколько всего денег ты потратил на все это стекло? Вот еще окно, посмотрите просто. Это вот в той комнате дополнительной.
Вот, я так полагаю, вы сами сделали, да? Просто, сами? Да. Просто круто. Конечно, там же не нужно ничего, да. Ну вот зацените. А, вон он говорит, 400. 400 тысяч на все вот эти окна. Класс. Ну тут они молодцы, что сами сделали. Идем на озеро, Бостик. Погнали. Ребята спят. Потрясающий дом вот так выглядит снаружи. Перенос столбов тут. Ну вот все они пережили, вы понимаете? Все вот это. Заморочились, короче. Вот такие домики здесь. Ну и такая прелесть. Вот та угловая стена. Лежать в ванне и смотреть на озеро. Вот за моей спиной как раз дом, ребят. А я уже на озере. Бостик рад. Свободе, наконец-то. У чуваков там врублено плюс 25 на полу. Кошмарит он так нормально. Давай-давай, беги. Двигайся. А мы с Бостиком остались на улице, как одинокие одиночки. Хорошо, что буханочка открыта, можно погреться в ней. Все спят, Санек пошел в душ, а здесь ручка непростая. О, голый мужчина. О, зацените, Саня, что мне приготовил. И говорит, это рыба из этого озера. Блин, охренеть просто. А, показываю Сане буханочку. Вот запустил автономку, уже выключил. Было минус 11, минус 7. Да, моя разводка этих труб, ну и так далее. В общем, Санек, как тебе? Кайф вообще. Да, пойдем открывать багажник. Да, вот Саня заценил буханку. Показывал я, что здесь у меня внутри кухня, но это вы тоже видели. Если надо, напишите, я покажу еще раз. Вообще, подписчик канале прибавилось, и если у вас есть какие-то пожелания, там, например, покажи то, покажи это. С удовольствием обновлю информацию, потому что понимаю, искать в старых видосах там это может быть затруднительно. Сколько раз тут сделать, убирать себе такую штучку? Хорошо. Хорошо, я могу срезать крышу буханки и сделать тебе там, чтобы ты летом ехала сзади, наверху точнее. Зимний холодильник, это когда ты живешь в Карелии, и такой берешь, уходишь так, хопа, да, и форелину выловил на ужин. Ох ты, ё-моё! Взял крышу, вырезал, сделал балкон, блин, просто гений. И форелину выловил на ужин, оп. Вау, это с этого озера она, да? Да. Офигеть, и туда слив идет. Да, туда слив. Пушка. Немножко видов. Опа. Вот это уровень кис. Because I think it's because it should be on the guarantee, yeah, and yeah. Good. Still snow there. Still, come on, the snow until the March or March. Yeah, March. Чика, нельзя, босс. In April.
Как я соскучился по сельским магазинам. Посмотрите, какие пирожки. Все, блин. Класс. Ну а пока я отдыхаю в Карелии у друзей, где-то на юге идет выгрузка нашего товара. Я занимаюсь зерном для новых подписчиков, ставлю в известность. И вы можете больше об этом узнать, если пройдете по ссылке, которую я в начале видео давал. Так интересно вообще. Ну не понимаю, почему он в центре внимания. А что, пойдем? Кто там? Кто там? Кто там? Доставай, за хвост. Вау. Вот это сюрприз. У них тут и горнолыжечка небольшая есть. Это ты еще горку не видел? Вообще класс. Опачки. Чего я тут нашел, кстати, зацените, какие сани. Они 1.5-3 метра длиной. И вот такой тайга. Патруль 800. Какие тут места. Вообще. Бостик доволен. Уже напал на людей с палками и с лыжами. В общем, позоришь. Я позорил меня, Бастон. Даже подъемничек есть у ребят. Вау. Класс. Бастон, ты подъемники видел? Как вы считаете, батончика поставим на мини-лыжи? Вообще он устойчивый, крутой. Он вот интересуется, пункт проката. Ух ты, какой снегодед! Вот это точно тут живет дизайнер. Может ему сайт заказать сделать? Зимний вариант, кис. Да. Так, и куда? Еще туда, вон. Прекрасно, прекрасно. До конца. The pump should connect to the pressure controller. Yeah, this is manual. Yeah. The first they connect the pressure controller. After that the pressure controller put on the plug to the electric. Итак, пока Саня разжигает нам каминчик, чтобы создать уют, сразу зададим ему вопрос в лоб. Давай. Да ну, кому это интересно? Интересна ваша история, ребята. Во сколько? Это никому не интересно, это такая длинная история. Вообще. Так вот, поэтому и коротко. Блиц-опрос. Есть книжка, у нас есть книжка. Супер. Идите, читайте книжку. Первый год жизни в Азии. Отличная книга, как все начиналось. Сколько тебе было лет, когда ты уехал в Азию? 25, наверное. Громче. 25. И кем ты стал работать там и как зарабатывал деньги? Мы стали ательестерами. Знаете, кто такие ательестеры? Это кто сдает свой отель. Ого. А откуда у вас отель свой? А мы просто нашли помещение, как старую виллу, отремонтировали ее и сделали из нее отель. Клево. На Шри-Ланке. Это было на Шри-Ланке. А потом мы стали шить одежду, переехали на Бали. Потом вы переехали на Бали. А почему вы уехали со Шри-Ланки? Нас депортировали. Клево. Это, знаешь, как депортация похожа? Это похоже на прошлую жизнь. У тебя есть идеальная жизнь. Там все очень классно, все здорово. Ты все выстроил, у тебя просто все. И все. И тебя депортируют, и ты не можешь забыть эту жизнь. Прекрасно. Иду к тебе. С вопросами? С ответами. Хорошо у тебя тут живется. Нравится все. Класс.
Ну, раз уж я тут, дорогая Сашенька, скажи, пожалуйста, с чего вы начали свое развитие на острове Бали? С одежды. Саша делал браслеты кожаные, мы делали браслеты и продавали. Это в каком году было? Это 2016 год. Ага, 17. Только громче. 17 год. Угу. Ты шила одежду, он делал браслеты. Не, он вначале делал браслеты, и мы таким образом потихоньку зарабатывали. Прикольно. Просто браслет, ну я видел их, кожаные, кстати. Да. И нам казалось тогда, что все деньги мира у нас. Когда нам приходило по 50 тысяч рублей из браслетов, мы думали, мы очень богаты. Вау, круто, это молодцы. Это классное ощущение, кстати. Угу. Целая история ребят в фотографии. Это, кстати, их бренд Solar House. А здесь, в Карелии, у них Winter House. Кстати, это Стюарт, их утка. Саш, скажи, пожалуйста, а тебе не было страшно уезжать из России и начинать непонятный бизнес в Азии? Конечно, было страшно. Всегда страшно, что бы мы ни делали. Просто ты понимаешь, что жизнь у тебя одна, ее нужно проживать, эта история. Ты ее создаешь, и уже как бы не так страшно. И все, кстати, страхи не реализовались. Ни один. Клево. Смотрите, круто спускаться с фонариком. И как тебе опять вернуться в Россию? Мне нравится, кстати, очень в России. Я бы хотела жить, ну, как мы живем, на две стороны, на Бали и здесь зимой. Именно зимой. Хочу в Карелии быть. Класс. Пойдем к камину. И вот у вас все получилось, и там большой опыт, и здесь построили дом. И все же ваш бизнес про людей, про коммуникации, про общение. Ну да, мы занимаемся уже, получается, 8 лет. Это отельная история. К нам едут в гости и отдыхают с нами. Мы создаем классный отдых, классную компанию. И несмотря на то, что у нас есть кафе на Бали, два магазина с одеждой, мы сами производим одежду, построили виллу, построили этот дом. Вот, но занимаемся мы все-таки с людьми. Ребята, ну и какие у вас планы вот ближайшие? Я уезжаю на Бали, там у нас есть дела, там у нас есть кафе, кошки, и нужно дела завершить. А дом Саня остается... Я остаюсь подготавливать дом по суточной аренде. Мы его построили для того, чтобы сдавать. В том числе, когда нас нет, ну, потому что когда ты живешь на две стороны, у тебя недвижимость должна работать. Ты делаешь классные штуки, и этими штуками хорошими нужно делиться. Дом есть, классный? Да. И не только друзьями, потому что есть возможность... Оксиджен, помаши ручкой. Она так приехать. И сидит в своем гнезде там. Есть возможность приехать в дом. Будет возможность. Кайфовый дом, продуманный. Да. Единственное, нам нужно подготовить инструкции, безусловно. Безопасности в первую очередь. Ну, даже так растопить камин. Угу. Короче, дом будете сдавать мы в то время, да, пока вы будете... Я остаюсь этим заниматься. Клево. Да. Пока вы на Бали, дом сдается. Вы приезжаете, да. Тусите сами. Да. Уже... А был опыт? Уже приезжали сюда люди? Да, весь декабрь уже было 5 девишников. Я проводила здесь 5? Девишники. 5? Каждый выходные. Ко мне приезжали по 6-7 девушек. Она, конечно, волшебная. И она просто сказала, девчонки, у нас есть классный дом. Я провожу девичники, приезжайте, и все, и с одного поста... Это было классно, мы здесь круто отдыхали 3 дня, я готовила, накрывала стол как шеф-повар, все было супер клево, много говорили на очень классную тему, которая касается всех. Поэтому такой опыт уже есть. Давай финалочку. Ребят, финалочка очень крутая, просто верьте в свои мечты, не бойтесь, не очкуйте, потому что этот дом родился в пандемию, когда... Мы все стояли, да. Да, мы стояли перед возможностью очковать, сидеть на Бали. У нас было денег на 2 года жизни, либо поехать в Карелию и строить дом. Мы выбрали Карелию, строить дом, все и через 3 года, пожалуйста, это классная штука. Большинство людей просто это могут построить за целую жизнь. Офигенно. А мы это сделали за 3 года. Я даю ваши контакты, приезжайте и живите в этом великолепнейшем доме, пропитанном просто нереальной энергетикой и вот этим мужчиной, который отражается в окне. Вот это то, что мы пьем. Не за литр, это за пол, значит, это пол-литровый, ребят. О, нифига у вас тут вообще. Понимаешь? Вау, там что, эмблема? 100% натуральный ингредиент. Рём! Конечно, берём.
Тот самый момент, когда на улице минус 15, а я после бани, и мне это в радость быть здесь, вот в таком положении, с легким паром. Сейчас Александра расскажет прекрасный анекдот. Go, baby. Внук спрашивает у деда: дед, что такое альтернатива? Дед ему говорит: ну вот представь, завел ты курочек, вот они у тебя плодятся, яички, цыплятки, ты эти яички кушаешь, продаешь, цыплятки, все в порядке. А потом приходит потоп, все смыло. Говорит: альтернатива это что? Альтернатива утки. Ну, собственно, анекдот, это короткая версия анекдота. Ты в снегу искупалась? Тельце, ножки, стопочки. Надо было просто вот так вот. Да фиг знает, что у тебя там лежат, вдруг у тебя там дрова где лежат, я не знаю. Я оберу себе свое прекрасное тело твоими дровами. Ну кому? Откормиться, иногда одеть. Сейчас она одета, обычно она очень раздета. Раздета, у нее много татуировок, и некоторые клиенты говорят: Вероника, это та девушка на аватарке, для нее хочется ее одеть. Я такая: и одеть, и накормить. И вообще наш. В советском времени было очень много университетов, направленных на дизайн. Люди этому обучались. Часть дизайнера может быть любой. С одной стороны, это круто, но с другой стороны, появилось очень... Автомат из помпа, дан фильтр. Окей? Трус диколам ада дуа лампу. Сайма опасанг сымуа листрик. Сама опасанг автоматы сон тук ди листрик, автоматы сон тук ди памп. Хорошей дороги вам, ребят. Пока! И мы счастливы! Саг, никогда не нравилось это. Отправляемся домой. Дорога 7 часов, 500 километров. Думаю, заеду к колеснице на дачу, сделать перерыв, туалет там и все такое. Ну, а если будет дорога сложная, то... В принципе, и заночевать у него можно, но мы не сильно этого хотим. Но мне приятно знать, что на середине пути есть такая возможность. Дорога домой просто сказочная. Вот такая погода. Асфальт блестит. Я на полном приводе, конечно же, еду не быстро. Ну, хотя иногда 80 еду, там, когда по прямой. Проверял, останавливался, экстренно останавливался пару раз. На полном приводе намного эффективнее тормозить, чем на заднем на одном. На заднем прям заносит так нормально. Докладываю информацию. Мы решили поехать к колеснице на дачу. И сейчас мы уже в этом магазине без света умудрились купить какой-то еды. И подъезжаем к нему. Он, кстати, еще на работе. А мы сейчас откроем его домик, разожжем там все как надо и будем ждать хозяина. Я хозяйничаем. И сейчас вот буду разжигать печку. В общем, полпути проехали, 250 км, нифига не видно, метель, скользко. И, в общем, мы заехали сюда, сейчас передохнем. Ну и решим, поедем дальше или уже утром. У Бостика пир. Во какая курица. Целую курицу почти. Снег все заметает, заметает. Хорошо, что вот на середине пути есть где переждать. А как вам вот такой ужин? Карельские пирожки. Карельская ветчина. И все это вот под такой аккомпанемент. Пришел Грей, и они тут с Бостиком за внимание. Во-во-во.
дружат, все, играют, но вот внимание, молодец, Бостик. А Бостик вымахивается перед ним, что типа у него хозяин есть. Подбегает ко мне, там все такое. Но он сразу приходит, и я его сегодня уже кормил. Ну вот он еще захотел. Ну и классно, он на морозе на этом спит, прикиньте. Там где-то живет у этого чувака, да, который прибухивает. Грей очень крутой пес. Прям мощные такие лапы у него. Сам такой у него нрав адекватный, собранный. Понимает все, если что, сдачи даст. Да, кочевой образ жизни влияет на внешность. Время 7 утра, надо выезжать в 8 край, потому что в 12:30 у меня собеседование, хочу проводить его из кабинета, из своего, важный момент. Ну, а в целом все круто, тепло, Бостик с нами. Ну, жареный вроде и ничего. Спасибо, дачка, что согрела, приютила, накормила, помыла нас. Пока. Подъезжаю, ребята. Еще осталось у меня часа 2, может быть, 2.5. Оксиджин проснулась, не очень она довольна этим путешествием, хотела вчера попасть домой, ну, в общем, все нормально будет. Смотрите, как ровненько и тихонько идет, передний мост включен, 103, тишина, печка даже работает, и то тихо как. Дорога скользкая, конечно, без полного привода вообще не вариант. Мы это сделали! Придется снег убирать опять. Котел оставлял на 22, только помощница по дому была. Поэтому сейчас я решил экстренно подогреться. Батончик, ты рад, что ты дома? Ну, конечно, хвостом виляешь. Давай, иди на место. Иди на диванчик. Ты мечтал спокойно поспать. Доброе утро! Оставлял буханку на улице, замерзла, минус 16. Вообще, мосты замерзли. Ну, не стал вчера мыть, потому что уже все, уставший и так далее. И сейчас думаю, а как мыть, блин, при минус 16? Горячей воды из дома подключить? В гараже пока горячей нету, не разведена. Еду в город, делаю дела. Сейчас расскажу вам, куда и зачем. И вот так вот еще можно. Идешь, идешь. И тут хопа, опять Пригожин. Да, Питер, детка. Смотрите, как буханочка грустит от того, что ее не моют уже сколько-то дней после Карелии. Питер – реальный город джунглей. Такие улочки узкие. Поверните налево. Попадаются. Поставил вот так машину, но я немножко вот так поставил. Вышел чувак, начал, типа, это ресторанная, это. Я говорю, так я туда и иду. Заставил ровно поставить. Ну, надеюсь, никому не помешает. Вот за этой монетой золотой я ездил в город, пополнил свой запас монет. И давно этого не делал. Золото так прибавило прилично в цене. Но, тем не менее, вот нужно продолжать быть в графике. И чтобы в старости у меня было столько, сколько мне нужно. Наконец-то я позавтракал. Двигаемся дальше. Очень прикольно вести блог за рулем буханки на двух мостах в таком в городе большом. Двигаемся дальше.
Поэтому записи веду перебежками. Сегодня в посту в телеграм-канале я написал там: ребята, сфокусированными давайте будем, собранными в задачи, на стратегии и тактике фокус внимания. Низкоуровневые типа не делаем, а сам вот за ручками поехал. Однако между вот этими делами я делаю очень серьезное стратегическое дело. И сейчас попросил своего сотрудника, одного сотрудника, составить мне список по окведам всех наших клиентов. Серьезная задача, но когда я получу все акведы, я смогу дать очень четкое задание таргетологу составить рекламу таким способом, что именно эти люди, имеющие отношение к этим компаниям, увидели нашу рекламу. Серьезное дело, уже нормально так денег я туда закинул, еще ничего как бы нет, но я буду продолжать топить туда, в маркетинг, потому что три вещи: золото, образование и маркетинг — это то, во что я вкладываюсь. Оксиджен куда-то уехала. Давайте тогда заводить великий и могучий. Вот тут две сравнительные фотографии. Унылая буханочка, потому что не мыта, и счастливая буханочка, потому что у нее все хорошо теперь. О, прикольно, я только загнал и оксиджен. Думал, оксиджен помыла Катьку. По-моему, помыла. Как? Не, не мыло. На сегодня все. Орешки у белки лежат. Все почищено. Снегоуборщик сломан. Буханка вымыта. И смотрите, как четко. 16:52. Сделано все. И я могу присутствовать на планерке. Наконец-то. Сегодня пропустил. Занимался эти дни наймом и так далее. Три новых человека вышли на работу. Это просто класс. Буханочка парит, ребята. Я, конечно, понимаю, что это косичело пол, но я прибавил, чтобы, ну, просто он парит, понимаете? Вот. Открою окно. Посмотрю. Открываю это и вот это. Вот он работает, пол бочки. В итоге теплый пол в гараже — это просто спасение какое-то. Все идеально было с утра. Здравствуйте! Что может быть прекраснее теплого гаража? И напарника рядом. Буду разбирать снегоуборщик. Всем супер дня! Слушаю Дэвида Кэмерона Джиканди. Можете найти в Ютубе. И вот ребята, с кем мы уже в Телеграм общаемся не одну неделю, подтверждают, что книга, блин, что-то умеет. Нереальные вещи происходят в наших жизнях, и она меняется к лучшему. Ничего не теряйте, послушайте. Если окей, что-то изменится, ну класс, я за вас рад, очень рад. А у меня получилось тем временем сделать снегоуборщик, просто подтянув гаечку тросика газа. Замечательно. Иду убирать снег. Сегодня произошло чудо. Мы сами себе год назад отправили письма с острова в Индийском океане, где мы проходили тренинг «Матрица перезагрузка». И именно сегодня они к нам пришли. Это невероятно. Я не помню, что я писал сам себе, но это просто невероятно. Добрый вечер. Ваня передает привет. Мы вот пьем чай, кофе. Сбитень холодный, безалкогольный. Смотрим сериал «Стар Трек». Всем супер вечер. В середине дня мы решили с Оксаной поехать в кино на нового «Аквамена». Вы посмотрите, вчера только все убрал и опять. Мы сомневаемся, да, выйдем. Что-то там вообще у нас происходит страшное. Мерседесик тоже молодчина. У него тоже полный привод. Ну, не настоящий, конечно. Но... Не настоящий. Ну, у него там вискомуфты стоят. У него же нет кардана, раздатки. Ну, тогда это была буханочка, а не Мерседес. Ну да. Но он гребет тоже круто.
Мерса прям вот там вот в сугробе припарковали. Настроение снежное, зимнее, поэтому поход в кино. Но перед этим надо покушать. Ну что, Кес, понравился фильм? Не тратьте свое время, друзья. Ну, не, мы можем говорить только свое мнение. Мне не очень понравилось. Прикиньте, сейчас с Алисой разговаривали, вот она в Англии учится, и говорит, иду в столовку на днях, подходит парень, типа, привет, там, что ты, откуда она там, я из Питера, из России, но он по-русски. Вот, и говорит, у тебя ж папа ютубер, там снимает видосы и все такое, типа, его родители посмотрели про Кентербери и показали ему, в общем, он ее нашел, познакомился и так далее. Ребята, кто учится в этой же школе, где и Алиса, город Кентербери, Англия, школа Worthgate School. Привет вам большой, ищите Алиску, подходите ее, давайте дружить там, общаться и все такое. Вот так, поддержка превыше всего. Спасибо, супер. Смотрите, как классно вот просто иметь YouTube канал. Призываю всех, записывайте видеодневники. Очень полезная штука.